Приветствую всех, дорогие друзья! С вами снова Крюга ТВ. Сегодня у нас объект 120 без купюр и приукрас и без каких-то личных хотелок. Будем говорить об объективности и о том, как эта машина чувствует себя в игре. Почему я решил сделать реобзор? Ну, во-первых, несколько поменялась расстановка сил на поле боя, то есть ввелась новая техника, и много человек уже, в принципе, на пятом ранге сидит. То есть, и тогда-то их было много, сейчас еще больше. Все уже устоялось с выхода этой машины. Ну, и соответственно, и ввели механику халбрейка. Не помню, была ли она в самом-самом начале, но сейчас она работает прям иначе и очень иногда странно. То есть работает почему-то, ладно, через двигатель, согласен, если бы работала через там баки, но почему она работает тупо через казённик, когда, например, у тебя больше ничего не повреждено, это невероятно очень выглядит как-то нереалистично. Хотя, какой реализм тут вообще? Ладно, не суть важно. Собственно, объект 120 в чем преимущество данной машины, в чем ее недостатки? Давайте разберемся еще разочек, и как она чувствует себя на поле боя, уделим этому больше времени. На фоне вы же можете видеть что-то эпичное, что случилось вот недавно, когда я встретил Мауса. Вот. А все остальные бои на ней скука смертная, конечно, если пользоваться той тактикой, для которой она и была сделана. Итак, по поводу орудия. Оно не изменилось, это М69, 152-мм пушка. Вот честно не помню, какая была перезарядка у нее, но теперь она 10 секунд. И это очень быстро для такого калибра. Ну и, собственно, в принципе, орудие неплохое. У нас есть бобсы. В итоге я так и не определился. Поиграл и с кумулятивами, и с бобсами. Но в итоге пришел к тому, что как-то бобсы попроще в использовании. Хотя кумулятивы, например, гораздо лучше бы работали против зениток. И за броневой у них, как ни странно, иногда даже лучше, чем у бобсов. Вы это можете видеть по тому, как разбирается Маус, с кумулятивов было бы гораздо проще. Но ну и, в принципе, есть такой момент, что кумулятивы взрывают зенитки, и гораздо проще вызвать ими уничтожение такой вот техники. А те же самые подкалиберные ломы могут рикошетить, лол просто, и, в общем, ничего не наносить. Есть, конечно, фугасы, но их в расчет не берем, ими не стреляем. Так вот, кумулятивы летят со скоростью 1000 метров в секунду, это их главная проблема, но при этом имеют хорошее пробитие в 480 миллиметров. Ну и, соответственно, вот. При этом подкалиберы пробивают деревья, кусты и все что угодно, и имеют отличнейшую просто возможность для стрельбы на дальнюю дистанцию. То есть 1710 метров в секунду начальная скорость полета, пробитие 405 миллиметров в упор и 385 на 500 метрах. По-моему, это самые лучшие снаряды, которые можно найти на 7.7, но реально очень приятные. По баллистике это просто лазер, и, соответственно, если с кумулятивами надо обладать глазомером, что-то пытаться выцеливать, то на бобсах не надо вообще, просто стреляешь и никаких проблем. Далее, у нас идет вертикальные углы наводки. Здесь не все хорошо, но и не так плохо, как могло бы быть. Минус 5 градусов вниз, 15 вверх. Скорость поворота башни 15 градусов в секунду. Учитывая то, что объект 120 не обладает стабилизатором, мы, опять же, просто очевидно годимся для стрельбы на дальней дистанции. Благодаря тому, какие у нас снаряды, ОБПС и те же самые, с какой скоростью полета. Ну и, соответственно, то, что вблизи мы ничего не можем сделать противнику. Ни скорости вращения башни, ни перезарядки там в 5 секунд, грубо говоря, нет. Ни, естественно, бронирования. О нем я говорить ничего не буду, показывать не буду. Тут 30 мм лоба, 15 борта, 10 корма. Это смешно. Ну и опять же, халбрейк работает всегда Поэтому будьте готовы. Ну, в общем, машина после пробития не живет вообще, а аккумулятивщики ее уничтожают просто на раз-два. Таких, конечно, на боевом рейтинге 7,7 и выше дофига. Поэтому можете абсолютно не... По, по поводу того, если вдруг вас заметят, то вам хана. При этом машина очень большая и попасть по ней легко. Это ее и есть главный недостаток, если мы играем в снайпера. Ну, снайпер херовенький получается, потому что очень жирный. Ну, представьте, даете вы детине там двух с половиной метровому винтовку, которая весит 180 килограмм и отправляете его снайперить на дерево какое-нибудь. Естественно, его заметить будет проще, чем какого-нибудь сухонького 50 килограммового там мальчика с этой Винтовкой. Ну ладно. Это я условно. В игре, понятное дело, агрегат крайне уязвим, причем как с самолетов, так и с танков и любое прямое столкновение кончается для нас обычно смертью. Мы не успеем выстрелить ни потому, что нет стабилизатора, ни потому, что скорости башни поворота нет. Ну, если мы говорим о каких-то, например, стычках в городе. Поэтому ищем исключительно какие-то прострелы в городских картах. Ну а на картах, которые открыты, занимаем дальнюю позицию и спокойно стреляем на 2 километра. Так же, как стреляем в упор, потому что баллистика просто шикарная. В то время как леопарды будут страдать, пытаясь по вам попасть, вы будете класть их с первого выстрела. Ну, естественно, при условии их уничтожения. Обычно не происходит, если те башни танкуют, но для этого, наверное, есть кумулятивы, с которыми, видите, уже и стрелять будет потяжелее. Но тем не менее. Подвижность неплохая, 480 лошадок на 27 тонн. Это, конечно, не ЛТшка, но двигается более чем достойно. Скорость поворота довольно адекватная корпуса, ну и движение назад тоже сойдет. С этим можно жить. В итоге получаем исключительно снайпера. Играется как снайперу нам, ну, так себе. Я это уже сказал и говорил в том обзоре, что 120-й объект это исключительно ситуативная машина, которая зависит от попадания на определенную карту. Соответственно, попали на линию Мужино, восхваляйте балансировщик и радуйтесь, потому что вы на этой карте сможете хорошо отыграть. Попали на городскую карту, ну и собственно немножко придется пострадать. Хотя тем не менее, если вы будете как-то аккуратно занимать прострелы и вообще вперед не лезть, то и тут можно уходить с фрагом двумя-тремя, на то и как повезет соответственно. Поэтому имеет ли право на жизнь 120-й объект? имеет для прокачки техники. Фарма у него нет вообще. Все, что я не видел после боевой статистики, это просто куром на смех. Потому что он сделал недавно на Яке третьем 4 фрага на французском 110 тысяч. На этом танке делаешь фраги 20 тысяч, 30 тысяч. Короче, это просто куром на смех. Фармить на этой машине невозможно и бесполезно. Кстати, по поводу фармить, у нее очень низкая цена ремонта, если вы, кстати, об этом. То есть в минус вы в любом случае ходить не будете, всего лишь 2000. Ну и можете не париться по поводу снарядов, если вы используете кумулятивы, а вот бобсы стоят по 800 за выстрел. Поэтому, ну как бы такое, фарм здесь никакущий. Итак, давайте же снова вернемся к тому, что мы можем и что мы не можем. Мы можем стоять на двух километрах и расстреливать противника, Получается ли это эффективно? Да, но только там, где позволяет карта. Во всех других случаях Таран... 120-й объект, если быть более точным, он, ну, как бы такой себе очень даже, поэтому, если вы хорошо знаете карты, если вы можете управляться с машиной, которая будет очень неудобна в обращении на большинстве из них, то, пожалуйста, приобретайте, если же нет, то возьмите что попроще. Есть те же самые и исы есть Т-34-100, на худой случай, как говорится, или даже Т-44-122, на них будет играть проще гораздо. На Таране, как на единственном на премии пятого ранга, конечно, выкачивать будет все приятно, но просто готовьтесь к тому, что могут возникнуть сложности. Я вас о них предупредил. Но хорошая ли машина? Да, в принципе, для своей роли она просто идеальна. Опять же, просто не везде это применимо. На этом на сегодня все. С вами был Крюга ТВ. Пишите, что вы думаете по 120-му объекту в текущих реалиях. Считаете ли вы его хорошей машиной? Я, в принципе, наверное, считаю скорее да, чем нет. И всем спасибо за просмотр и пока-пока.